обзоре магазин «Купи сувенир» хотел бы порадовать охотников. Все знают, что через месяц приблизительно открывается охотничий сезон. Это праздник для всех охотников. И вот такой вот подарок приготовил магазин «Купи сувенир». Это ключница, посвящена охотничьей тематике. Вот, я покажу сначала, как она выглядит с тыльной стороны. Здесь есть два таких вот кронштейна металлических. На них можно, ровненько укрепив на стене какие-нибудь там гвоздики или саморезы, повесить ее на стену. Значит, внутри вот такие вот, вот такая вот удобная ниша на глубиной примерно 3 сантиметра, в которой есть 6 крючков. В принципе, можно тут уместить любые ключи. От дачи, от квартиры, от автомобиля, от лодки, от гаража, ну, от всего, в общем, чего надо. Покрыта она внутри таким черным бархатом, очень приятным на ощупь. Вот. И главное, собственно, что мне нравится в этой ключнице, это вот такая вот, скажем, композиция из рельефных предметов. Все, что надо охотнику на охоте. Я как старый охотник заявляю, что именно вот эти вот предметы в основном необходимы охотнику. Ну, конечно же, ружье, два варианта горна охотничьего. Можно подзывать собак или отменять загон. В общем, сигнальные горные охотничьи. Складной ножик, который тоже часто используется для разделки туши. Большой ножик охотничий, бинокль и манки. И патроны, естественно. И манки, то есть которыми там можно обманывать различных животных. Ключница деревянная, вот похвастаюсь, покажу со всех сторон, как она выглядит. Если у вас есть среди ваших друзей близких охотник, то я вот этот вот, заверяю, вот этот вот подарок будет просто для них ожидаем и замечательным. Пожалуйста, заходите в наш магазин, выбирайте приятные, красивые подарки для себя, для своих друзей. Спасибо.